Отдыхающие на побережье Черного моря оказались взволнованы необычным цветом морской воды. На одном из пляжей, расположенном у знаменитой скалы Парус, неподалеку от геленджикского села Просковеевка, вода в прибрежной зоне окрасилась в красный цвет. В минувшее воскресенье, 11 июля 2021 года, социальные сети заполонили фото и видео необычного явления. По мнению специалистов, покраснение моря под Геленджиком, скорее всего, вызвано водорослями. Температура воды у берега достигает 25-26 градусов, создавая благоприятную среду для развития и цветения микроорганизмов. Однако дело не только в теплой воде, но и в большом количестве органики, попавшей в воду во время недавних сильных ливней и наводнений, которая является пищей для подобных микроорганизмов. В естественной среде подобные водоросли не обладают токсичными свойствами и не представляют угрозы для здоровья людей и экологии. Это явление наблюдается на Черноморском побережье Кубани периодически, в районе Новороссийска, Анапы и Геленджика, причем не только в летнее время. Ранее власти также сообщали, что оно не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья людей.